В культурно-спортивном комплексе «Уникс» Казанского федерального университета состоялся гала-концерт фестиваля «Мозаика народов мира». Участники продемонстрировали свои лучшие танцевальные постановки, вокальные композиции и творческие номера. Здесь были представлены настольные игры народов мира. На интерактивных площадках можно было познакомиться с традициями и культурой разных стран. «Мозаику» составили такие мероприятия, как конкурс кухни народов мира, национальные спортивные и интеллектуальные игры. Сам концерт включал в себя лучшие танцевальные постановки, театральные миниатюры и вокальные номера. На мероприятии выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев, который в своем приветственном слове поздравил каждого сидящего в зале. Вот мероприятие, которое мы сегодня присутствуем, «Мозаика народов мира», оно проходит в контексте большой плановой работы в нашем университете, связанной с презентацией народов, культур тех студентов, которые обучаются в нашем университете, проживают в наших общежитиях. Это студенты из более чем 100 стран мира, их порядка 12 тысяч, это большая армия. А в этом году фактически у нас наибольшее количество студентов иностранных, наверное, за всю историю Казанского федерального, государственного, императорского университета еще. Фестиваль способствует успешной адаптации и активному культурному обмену между студентами, сплочению и взаимоуважению различных культур и народов. Более того, популяризация творчества и изучение традиций и обычаев различных культур, представленных среди учащихся КФУ, благоприятно сказываются на социализации и интеграции в новой для них среде. Торжественно поприветствовал гостей и проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов. Его речь вдохновила большинство присутствующих на продолжение продуктивной работы и учебы.